Саженцы шелковицы нигра-нигра образуют высокое дерево, которое отлично поддается стрижке для ограничения в размерах. Ландшафтные дизайнеры ценят шелковицу за пластичность и неприхотливость. Растению можно придавать различные формы. Оно не вымерзает зимой, не боится засухи и хорошо растет на любых типах почв. Ее листва зеленая летом, осенью окрашивается в яркий желтый оттенок. Растение образует съедобные, очень сладкие блестящие ягоды, похожие формой на ежевику. Неспелая шелковица ярко-розовая, позже становится и сине-черной. Плодоношение растянутое, спелые ягоды осыпаются на землю. Для их собара под деревьями расстилают ткань или сетку. Шелковица нигра – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Шелковица прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола шелковицы нигра можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания шелковицы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает шелковица нигра в месяц май. Интересные цветы шелковицы могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме пятилопастный. Шелковица нигра имеет летний срок созревания. Плоды шелковицы созревают в месяце июль-июнь. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода черный. Вкус сладкий, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что шелковица нигра – самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.